какой ценой устроить быт, о неприятностях забыть, какой ценой купить покой, об этом думаешь порой. Какой резон построить дом, купить машину, яхту, дачу, иметь красивую жену и кучу драгоценностей в придачу. А что же дальше, что потом? Не распихаешь, это помогило. Уж лучше разбогатеть умом и душу укрепить по нашим силам. Иллюзии реального опасны, обманчивы надежда, суета, и все стремления напрасны. Добиться счастья, не поняв себя, мы входим в этот мир жестокий. Свободные, богатые душой, чтобы хранить свои истоки. Подарок это дорогой. Дороже ничего на свете быть не может. Все остальное мишура. И вера нам всегда поможет пройти за ним до конца. Пройти экзамен.